Да, пока все рассаживаются, может быть, имеет смысл все-таки представить команду отборщиков и кураторов фриндж-программы этого года. Полина Пхор, Ксения Савельева, Микита Ильинчик. Где Андрей? Андрей Жиганов. Да, к сожалению, Оксана Мороз, будучи преподавателем, уехала к своим дорогим студентам преподавать, но она как-нибудь, наверное, еще отреагирует в телеграм-канале или еще, может быть, каким-то образом. И конечно же, Гульнара Гарипова. Ой, да, это я. И видеохудожница Злата, которая сегодня сделала для нас прекрасную карту. И мы сейчас попросим вывести эту карту на экран. То есть картография разногласий, которая была заявлена в утренней части, была сделана. Да, и кроме того, она есть в телеграм-чате, которая была заявлена в утренней части нашего лабораторного фринджа. Злата в течение всего дня добавляла какие-то высказывания в дискуссии, в обсуждении после читок. И мы постарались сделать похожие, конечно, на латуровскую картографию разногласий, но на самом деле здесь еще художником был Микита Ильинчик, который, как выяснилось, очень любит рисовать карты. Вот это его изображение. Женя, что тебя так веселит? Вот. И да, мы просим вас, наверное, как-то проанализировать весь фриндж-день, потому что раньше была такая традиция все пьесы, которые были представлены на фриндже, обсуждать по итогу. И если у вас есть какое-то недовысказанное мнение по поводу пьес, по поводу читок или по поводу темы лаборатории, мы очень просим вас высказаться. И да, вот, пожалуйста, уже есть где? Угу. Да, можно еще один. Кому? Я хотел сказать, что удивительным было то, что было всего 4 пьесы, и, возможно, вы как-то это разобьете. А касательно темы дня и карты несогласий, для меня вот стала оптика, это новая этика. Я пытался ее найти везде, через нее как-то входить. Где-то она торчала, где-то нет, но в целом у меня такое ощущение, что вообще можно везде, в любой пьесе, неважно, фринжовая она или нет, применить эту оптику, и поэтому мне интересно, почему же была выбрана именно она касательно этих 4 пьес. Вот. Больше пока сказать нечего. Она была выбрана не касательно этих 4 пьес, она возникла вот именно так, как вы говорите, да, то есть она возникла сначала как вопрос к одной пьесе, потом к другой. Эти пьесы не вошли в итоге в наш шорт, и вот это вот ощущение, что вы сказали привязать можно, да, но на самом деле она показалась именно той оптикой, которая способна изменить какие-то основания театра и заставляла нас все время возвращаться к вопросам, может, должна ли быть драматургия быть бережной, как работать с чувствительными, болезненными темами. Как, и нужно ли как-то специально работать с какими-то сенситивными материалами? Должен ли быть какой-то кодекс, вот как говорила Ника, например, кодекс для зрителя, или публика сама разберется, или должна быть какая-то конвенция в итоге, но мы понимали, что это довольно утопичный, наверное, проект. Мы думали о возможности в течение нашего фринжа выработать какую-то конвенцию для драматургов, для людей, занимающихся театром, для зрителей. Вот. Но мы прекрасно понимали, что опять же, будут и противники, и сторонники, и она не будет удовлетворять ни ту, ни другую сторону. Вот. И поэтому мы выбрали как раз формат картографии разногласий, чтобы какая-то фиксация, может быть, да, какой-то архив всех высказанных мнений по итогу стал, ну, не конвенцией, да, но, может быть, каким-то таким финалом наших и ваших. Спасибо вам большое, да, что вы все время к этой теме обращались, в ваших размышлениях. Да. Потому что это очень важно. Мне как раз очень понравилось новшество, я не знаю, я только 3-й или 4-й год фринджем интересуюсь. Очень нравится, что именно до того, как мы стали все пьесы смотреть, мы попытались вместе что-то выработать, встать на какие-то основания. Понятно, что не все смогли, не все были, но это очень хорошие, прям очень хорошие. Я прям очень доволен этим. Потому спасибо. Это находка, сохраните, пожалуйста, на будущее. Ой, у нас знаете, сколько идей было, поэтому сохраним обязательно. Полина Пхор. А, Ксюша, что? Я еще просто чуть-чуть добавить, мне кажется, что
Интересно, что мы как бы на самом деле думали, как вводить немножко искусственно, да, вот тему, которую мы задали с утра после обсуждения пьес, но в итоге она действительно как-то сама возникала в дискуссиях. И действительно эти пьесы объединяют, да, такие очень, ну, очень сенситивные все-таки материалы. То есть мне кажется, что в этом отношении они более проявлены. Но еще был какой-то такой интерес, мне кажется, просуждать, да, о способах производства пьес. Потому что когда мы отбирали, всегда, ну, возникает очень много даже каких-то таких практических вопросов о том, да, получено ли согласие людей, как бы человек, ну, может сополагаться с темами, к которым он не имеет отношения, или, ну, то есть какое отношение имеет. И здорово, что, да, эти разговоры, они в итоге возникли сами, то есть, ну, в определенной мере, в которой это было возможно. Да. Спасибо большое. Кто-то хотел, кто-то поднимал. Настя Васильевич, пожалуйста, дайте микрофон. Спасибо большое. Я хотела так, ну, в общем, я, наверное, утром была сонная и очень путанно объясняла свое понимание новой этики, но я сейчас осознала, что, в принципе, это же все про, да, вот эту вот зона дефанта, зона заботы, ну, то есть вообще в целом. И вот, как бы я вот сейчас думаю, если вас благодарить, там, наверное, пафосно как-то, а вот нет, это зона заботы для вас тоже в том числе. В общем, спасибо вам за фринж, и спасибо большое, что как раз тех читок было только 4. Ну, я не знаю, может, у меня у одной, хотя, наверное, нет. Я про профдеформацию, что действительно сложно воспринимать какие-то тексты, и если много текстов подряд, они зачастую обесцениваются, да, и мы делаем ставку только на вот их вот эту вот фринжевость, которую многие называют кринжевостью. А вот так, чтобы это действительно осталось в театральной зоне. Мы вот, кстати, ехали об этом разговаривать с Богославским, когда летели в Минск, потому что у него же максимально такая, ну да, традиционная пьеса в основной программе, а у меня во фринже. И он вообще думал, что это другой текст. Я говорю, эти названия не смущают, что они путанные, как бы разные, другие. И, ну, мы сошлись на мысли, он тоже согласился. Для него, как для человека, который фринж, ну, как бы интересен, но не настолько, как там традиционная драма, что важно, чтобы фринж, как ни странно, оставался на территории театра. То есть, допустим, вот опыт прошлого года был очень классный концептуально, да, то есть супер, но в какой-то момент, допустим, ну, терялось вот это вот пересечение, то есть он слишком уходил в междисциплинарное поле и отдалялся от театра. То есть, ну, как бы понятно, что это был концепт, но мне как-то очень... Ну, мне лично, да, радостно, что, допустим, мое понимание фринжа в этом году совпало с вашим, например. Ну, опять же, насколько мы можем найти вот эту, да, зону диалога. И тоже про сообщество. Я вот сейчас только это знала. Это вот такой же личный мой опыт. Кроме того, что благодарю вас, благодарю еще всех драматургов и режиссеров, которые нашли в себе силы это делать. И у Оли Казаковой был первый опыт тоже, потому что ей было важно как раз, ну, не тратить силы на диалог. Это тоже, да, про уважение, когда она может сама это сделать. И ей дают эту возможность, потому что она понимает, что она потратит, наверное, больше ресурсов на объяснение, нежели на создание. У меня вот сейчас случилось такое странное восприятие своей, например, да, работы, которую делала Элина. Я очень сильно абстрагировалась от нее и воспринимала все как медиум. Но вот если касательно вот этих вот зон забот, мне стали писать люди, которые посмотрели трансляцию, которые были на видео. И начали писать люди, которые не были на видео, но которые тоже эмигрировали, которые друзья тех друзей, которые были на видео, да. Ну, то есть, как бы, ну, потому что я еще раз поясню, на всякий случай, это не просто там, да, тусовка, это конкретно театральное сообщество, которое работало с конкретными независимыми пространствами. То есть все эти люди, они связаны с театром. И мне все начали писать, что они плачут. Ну, то есть прямо они говорят, вот, ну, кто-то не может досмотреть. Они говорят, ну, я включила, вообще очень все плохо видно, но я сижу, рыдаю. То есть там другой человек просто говорит, все, мне все слышно и видно, потому что я видел партитуру, но я сижу, рыдаю, выключаю. Кто-то досмотрел до конца, и все слушали обсуждение. Поэтому спасибо всем, кто высказался. И я просто осознала, что, наверное, пусть для меня это вообще какой-то такой, ну, я говорю, медиаторский опыт. Но я очень радуюсь, что это сработало терапевтично для сообщества. Ну, то есть вот, да, как бы новая этика тоже про сообщество. Вот. И очень хочу, наверное, чтобы было больше этого искусства, когда ты не думаешь, но ты делаешь что-то терапевтично важное для сообщества. Вот. И закольцую тем, что вы делаете терапевтично важное для сообщества, для тех, чьи тексты, возможно, больше никогда нигде не прочитают. Вот. Поэтому спасибо большое. Спасибо огромное. Да. Нурья? Нет? Прошу. Спасибо. Немножечко расскажу, что не успел утром. Можно?
нужно. Как продолжение. Да, простите, что не было времени. Нет, это, кстати, очень хорошо, потому что был целый день. Я не знаю, я, может быть, один из немногих, кто был от самого раннего утра до вот этого позднего вечера. Но были, может, еще энтузиасты. Понимаете, вот для меня новая этика, для меня от новой этики ниточка к такому словосочетанию, как его называют иногда, неразделимые словосочетания, как новая нравственность. И возможно, что новая нравственность как какая-то составляющая часть новой этики. Да? Еще иногда говорят «новая мораль». Вот почему-то я здесь вижу взаимосвязи какие-то структурно-логические, но что общее, что частное, нужно будет еще, конечно, подумать. Вот еще раз то, о чем говорил утром, думаю, уместно упомянуть. Вот для себя считаю возможным бороться не против, а за. Места хватит всем и тем, с кем мы не согласны. И это даже иногда бывает очень интересно. А вот почему вот так? Вот напишешь что-то, опубликуешь, тебя начинают бить. И у меня есть не очень верное с точки зрения грамматики и фразеологии выражение. Я верю не когда хвалят, а когда ругают. Я больше верю, когда ругают, потому что это предельная искренность. Вот кого-то задело, кто-то не согласен. И читаешь, Петр Александрович не мог не знать. А действительно мог не знать, и начинаешь разбираться, чего ты не знал. И вот это бывает иногда очень полезно. Теперь еще по поводу различных ограничений. Понимаете, есть ведь ограничения не только извне. Есть ведь еще какие-то ограничения в себе. А вот должны или они не должны быть? И, может быть, иногда уместно чувствовать какой-то барьер в самом себе, тот барьер, который ты не переступишь. Вот ты сам себе задаешь какие-то рамки. Это как вот в некоторых странах зарубежных не забор высокий делают, а просто кладут жерди. Да, вот охраняемая природная территория. И вот люди хорошо воспитанные, в основной своей, а почти, может быть, во всей своей массе, эти жерди не переступят. Вот такие жерди внутри себя. И ты решаешь для себя сам, что можно, что нельзя. Вот это я думаю. Ну, как-то вот для себя всегда такие границы устанавливаю, в том числе и в общении. И иногда вот когда так нечаянно переступишь, потом очень переживаешь. Так, это пропускаю, этого будет очень много. Мне очень понравилось, что приходить в гости и не навязывать. И вот говорилось о том, что не навязывать боль. А может быть, не навязывать и свою восторженность, а может быть, не навязывать и свою эйфорию, а это иногда истязает побольше, чем навязывание боли. А иногда бывает вот это «ура, ура», да? Ну и, может быть, все-таки нужно завершать. У меня тут много, но пора. Как лузер из одной вчерашней пьесы езжу, ну, правда, не на метро, обхожусь, как-то вот так получается, без метро в основном, но на трамвае езжу. Еду сегодня сюда на трамвае.
кстати, быстрее, чем на машине добраться там, я не знаю, раза в 4-5. Вот мне быстрее сюда. Вот. Машины не поэтому и не заводил. И вот еду на трамвае, и я вижу у водителя, у вагона вожатого над вот этим ветровым стеклом висит «Движение назад запрещено». Вот я очень хочу пожелать и всей любимовке, и Фринджу вот этот вот лозунг «Движение назад запрещено». Никакого попятного движения. Вот только вперед двигаться, чтобы было все интереснее, все лучше. И еще. Я тут лицо, нет, даже существо, в общем-то, постороннее. Не из недр драматургии, не из недр театра. Вот как такая какая-то... как какой-то такой старый приблудный пес прибился к дому. Сейчас неэтично по отношению к себе. Что? Очень неэтичное высказывание по отношению к себе. Ну так что? Честное, чистосердечное признание. Прибился к дому, в котором тепло. И вот то, что закрывает сердце. Понимаете, это очень важно для меня. И я так рад, что в этом году сумел вырваться. И спасибо за доброту и за терпение тоже. Спасибо. Вам спасибо огромное. В прошлом году мы по вам очень скучали, когда вы не дали отпуск, но работы много было. Ну что я мог бы поделать? Все. Сейчас вырвал когтями и зубами, как старый пес. Спасибо вам всем. Андрей Жиганов. Да, я хотел бы вот к первому вопросу вернуться, потому что интересно, он проходит через весь день, и мне запомнилось несколько моментов и комментариев, которые сегодня были, и вывели на какие-то размышления. Вот мы сегодня утром говорили про новую этику, почему это в этом году наша тема, как она связана с драматургией, и очень интересным образом мы постоянно приходили к вопросу власти. Что такое власть, как власть на нас влияет, где власть, и пришли к каким-то интересным тезисам, что власть, она вроде как повсюду, но вроде как ее не существует, и новой этики тоже не существует, но при этом о ней говорим, и как бы нету какого-то самого предмета, но при этом есть его последствия. То есть кого-то, ну, большую часть людей, которые сталкиваются с новой этикой, как я понял, она как бы фрустрирует. То есть к ней очень много вопросов, но при этом само ее как таковой не существует как чего-то, как какого-то предмета. Вот. И это очень интересное поле, потому что мне кажется, что мы здесь входим на территорию парадоксов, в котором отчасти существует то, что, наверное, ну, по крайней мере, я ищу в фриндж-драматургии. Вот. То есть это схоже, например, с понятием «язык». То есть когда мы пытаемся говорить о языке, сам предмет от нас постоянно ускользает, потому что мы говорим о языке языком. Или когда мы говорим, например, о современности, современности, о которой мы говорим, она как бы расщепляется на два понятия, потому что есть современность, в которой мы находимся, современность, о которой мы говорим, и таким образом она постоянно дублируется и ускользает. Вот. И то же самое происходит с властью, потому что когда мы берем слово, мы вступаем всегда как бы в позицию властную. Вот. И вообще довольно, мне кажется, парадоксальной задачей попытаться ускользнуть от этой позиции. Вот. И тема новой этики в связи с экспериментальной драматургией, мне кажется, имеет смысл, потому что драматург сегодня особенно постоянно сталкивается с этой проблемой в своей практике. Вот. Но вот очень интересно, мне кажется, некоторые тексты, которые сегодня были, они дают какое-то, возможно, разрешение этого. То есть, потому что вот у меня вначале был тезис, что, возможно, следует искать какое-то безопасное поле, где эти две вещи соприкасаются. Но, возможно, работа с самим этим как бы полем парадокса, то есть когда пьеса вроде как
самодостаточная, самореферентная, и, что важно, у нее нет какого-то месседжа, какого-то высказывания. То есть она не апеллирует к какому-то третьему смыслу, который сокрыт. Таким образом, она как бы опять же ускальзывает от... Возможно, из этой вот как бы позиции какого-то автора, который говорит, который что-то утверждает, и здесь как будто раскрывается какое-то четвертое измерение, которое как бы следующее после вот этого измерения третьего смысла, и в нем, возможно, и располагается безопасное и искомое. Короче, вот какие-то такие размышления сегодня были. Это забавно, да, когда ты говорил о невозможности говорить о языке, находясь в языке, я тоже вспомнила, что, в принципе, мы не можем исследовать сознание, потому что мы исследуем его методами сознания, по большому счету. Если проводить аналогию с новой этикой, то получается, что мы... Я все время думала, почему очень сложно находиться в метапозиции по отношению к новой этике, и ты сейчас как раз натолкнул меня на мысль, что это такая, возможно, форма мышления, сознания, отчасти нерефлексируемая. Простите, пожалуйста, что-то между собой. Кто-то еще хочет высказаться. Да, пожалуйста, дайте микрофон. Кому? Представляйтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте, меня зовут Ася, я SMM-менеджер Любимовки. И у меня два тезиса. Первый тезис, с одной стороны, я согласна с Настей, что четыре читки это было, ну, как бы хватило за сегодняшний день, но с другой стороны, мне, как любителю фринжа, будто бы хочется какого-то дополнительного лонг-листа, чтобы еще хотя бы глазками посмотреть на какие-то тексты. Ну, будто бы мне хватило за сегодня, но не хватило в целом. Вот, это первый мой тезис. А второй мой тезис, когда я пришла утром, мы говорили про новую этику, я такая, класс, здорово, новая этика, бережное отношение к себе и к другому, вот это какое-то бережное пространство. И я так к этому подключилась и думаю, здорово, сейчас мы будем бережно относиться к друг другу. Потом мы вышли, посидели все в фойе. Перед началом второй читки нам сказали, к сожалению, в читке сейчас будут взрывы, поэтому как бы, если вам не ок, то лучше не заходите. И я такая, так, хорошо, у меня тревожно-депрессивное расстройство, я посижу здесь. Я посидела, потом была еще одна читка, потом на читке сказали про стратоскоп и мигающий свет, я такая, блин, хорошо, я снова посижу где-нибудь в другом месте. И будто бы этот день был про новую этику и про бережное отношение к себе, но у меня осталось какое-то вот внутреннее мое ощущение, что будто бы ко мне отнеслись не слишком бережно, потому что я не смогла увидеть все, что я хотела бы увидеть. Вот, это, ну, типа, это никому не в обиду, просто какое-то мое вот такое личное ощущение. Я могу ответить вам, это было не утверждение, что мы должны относиться бережно. Это было как раз вопрошание, может ли, должен ли художник, драматург поступать таким образом, да, это был наш вопрос, и, ну, вот в данном случае, да, простите, если так получилось, я надеюсь, вы потом посмотрите запись. Я посмотрела, да. Вы посмотрели? Да. Спасибо вам большое за ваше мнение. А вот сюда, пожалуйста, микрофон. Нурия. Но он у нас есть, я считаю, что мы должны его отправить просто. Да, я, простите, еще одну минуту, несколько раз уже всплывает вопрос, почему много или мало пьес, кому-то кажется. Здесь два ответа. Дело в том, что мы хотели как заявленную тему раскрыть, так и, конечно же, не упустить вот ту связь с театром, о которой говорила Настя Васильевич, и не заглушить тот художественный, театральный потенциал пьесы. И мы считали, что для того, чтобы раскрыть пьесу во время читки и дать возможность обсудить каждую пьесу вот с двух позиций, с разных позиций, для этого нужно чуть больше времени, чем, скажем, в прошлом году, когда у нас было огромное количество пьес и очень мало времени для обсуждения. Вот с этим связано. Да, пожалуйста. Меня зовут Нурия. Я пришла сюда вечером, потому что меня сюда позвал мой внутренний этический какой-то голос, не знаю что. Я очень люблю, не то что не люблю, мне интересно после каких-то событий, после каких-то дискуссий наблюдать за самой собой или пытаться понять вообще, какая была динамика у поведения людей, какая динамика была у меня, с какими там ощущениями я себя проявляла. И сегодня утром, когда мы начинали разговор о новой этике, да, всплывали все эти слова «забота» и так далее и тому подобное, я поняла, что в какой-то момент
Ну, может быть, вы помните, я была именно тем человеком, который без микрофона крикнул слово «колено», и ко мне... к моему зову присоединились, когда Полина задавала вопросы Оле, Оле, которая хотела молчать. Ну, как может быть молчать, а может быть нет. Я пришла сюда специально, чтобы проговорить, что вот как бы меня не оставляло, ну, то есть вот той динамики, которую я, в которую я вплелась, простите, я буду сейчас немножко очень сложный конструкт выстраивать, я в тот момент создала какой-то прецедент, ну, той незаботы, то есть пытаясь позаботиться о ком-то, ну, я, наверное, как бы исключила кого-то, который тоже претендует на заботу, потому что я в какой-то момент посмотрела на глаза Полины и поняла, что они красные. И человек хочется плакать, и я точно тот человек, который спровоцировал эту ситуацию. Вот, когда, возможно, если бы я промолчала и промолчали остальные, то Оля отреагировала бы, может быть, молчанием, может быть, какой-то репликой на то, что говорила Полина, и все бы закончилось менее травматично для всех. Но я вмешалась, и это заставило меня весь день думать, на самом деле, про то, ну, то есть мне ужасно надоели эти дискуссии про новую этику, как я уже говорила, они всегда про одно и то же ничем не заканчиваются. И я думала, ну как же, ну я же всех в них участвую, то есть, ну что это для меня? И я вспомнила две истории, простите, что я тоже, может быть, долго говорю. Историю, один мой разговор с философом Дианой Гаспарян, я спрашивала, что такое этика, и ну, как вообще что-то попадает в политического. И вспоминала историю про то, что вот когда-то я была девочкой, там, 20-летней, шла, вытаскивала изо рта жвачку, бросала ее, ну, и мне казалось, что это все нормально. А однажды очень красивый мальчик увидел это, подобрал и сказал, ты что, эта жвачка 260 лет разлагается, ты понимаешь, что ты делаешь? Вот, мне было ужасно стыдно, и с тех пор я как бы не плюю, ну, как бы не бросаю жвачки где-то там в лесу и так далее. Вот, и для меня это интересный случай про то, как пока ты не знаешь, пока для тебя что-то не субъект, ты, в принципе, это не в поле твоего этического, это что-то, если совершаешь какой-то акт, и, в принципе, ну, не то что, да, пока ты не знаешь, вот как бы природа в тот момент не была для меня неким субъектом этического. Как только мне сообщили, вдруг эта самая земля превратилась в какое-то живое существо, я представила, как кусочек резины, пластика резины разлагается и портит ее, мне как бы все, это пространство земли попало в поле моего этического. И разговор о новой этике, мне кажется, он заходит часто в тупик именно потому, что и вообще дискуссия, не то что дискуссия, а спор возникает, когда мы не договариваемся, ну, когда люди, мы не проговариваем, а как бы, ну, что такое этическое, что туда может быть включено, а что не включено. И, извините, что, может быть, все запутано, не запутано. Хотела рассказать вам историю, связанную немножечко с театром. Я не занимаюсь театром, но пересекаюсь с театральными площадками. И в прошлом году у меня был проект. Проект, посвященный языку. Я проводила его в Казани. Это был, ну, как бы, это не совсем, это не театральный проект, но на театральной площадке. И проект посвящал, как бы, ну, там был такой явный тезис про невозможность, ну, как, в первую очередь был посвящен людям, которые не могут со своими предками общаться на общем языке, потому что этот язык, как бы, они больше им не владеют, и речь шла о татарском языке, вот, но как бы сам процесс предполагал, что как бы само событие, что на нем присутствуют не обязательно люди, вот, как бы жертвы этой советской эмансипации, которые не знают татарского и так далее, или знают татарский. Это было мероприятие для всех. Но ко второму событию, оно состояло из нескольких событий, в какой-то момент мы пели татарские стихи, и вдруг публика, в которой были разные-разные люди, вот, ну, в этой публике стали возникать такие слова: «Мы, татары, мы, это про нас». И потом я говорила с некоторыми людьми, которые, ну, постоянно присутствовали на этих событиях, как бы от первого до последнего, и они рассказывали мне, как они почувствовали себя исключенными.
как они почувствовали, что как здорово, что вот здесь, в этом пространстве заботятся о определенной группе, которая не видна, не слышна, там озвучивается проблема, о которой не говорят, но как бы они к этой проблеме не причастны. И они наблюдают, то есть в этот момент они становятся исключенными. И последнюю свою часть мне ужасно хотелось придумать, чтобы все, как бы, знающие татарский, не знающие татарский, татары, не татары, полутатары, чувствовали себя, ну, не чувствовали себя исключенными, да? Чтобы не возникало никакого этого «мы». И вот мне кажется, что я возвращаюсь к ситуации с Полиной и Олей, мне кажется, в какой-то момент я спровоцировала появление некого «мы», да, который там что-то понимает, что вот новая этика — это забота, вот так, человек хочет молчать, не трогай ее и так далее. И через это «мы» я исключила Полину, может быть, каких-то других людей, которые просто, ну, которые не виноваты в том, что, может быть, они еще не знают об опыте какого-то другого человека и так далее. Простите, что я так запутанно. Мне кажется, что вообще никто ничего не понял, что я хотела сказать. Нет, все понял. Вот. Ну, можно я еще последнюю историю? Это правда из моего, простите, единственного театрального опыта. Я человек, который глубоко за пересмотр этики и за ее вечное обновление. Но я, например, как бы противница культуры отмены. И знаете почему? Потому что 16 лет назад я подрабатывала в театре, и режиссер, это был региональный ТЮЗ, и режиссер должна была ставить «Айболита». Может быть, вы знаете пьесу «Айболита» Крыстылева. Ну, там ему платят, как бы потомка получает какие-то деньги до сих пор, когда ставят «Айболита». Она пришла ко мне, дала эту пьесу и сказала: «Ты знаешь, мне кажется, там что-то не то. Ты можешь посмотреть и что-нибудь придумать? И что-нибудь придумать». И в этой пьесе, если вы помните, в «Айболите», там есть злодей, там есть Бармалей и как бы его помощники. И если тщательно читать пьесу Крыстылева, то в какой-то момент Айболит и все хорошие, они создают, как бы шьют искусственные шкуры тигров, зашивают туда Бармалея и его помощника и скидывают со скалы. Это я честно, вы можете пересмотреть этот сценарий. И когда я это увидела, подумала: господи, какой кошмар. И вообще Бармалей там как будто человек, ну, как бы некое чудовище, которое нужно уничтожить. И мы взяли и переписали эту пьесу и просто предложили посмотреть на, ну, как бы на Бармалея, просто на человека, которого никто не хочет слушать, чей опыт никто не хочет принимать. Вот. И это я к тому, что я против культуры отмены и за заботу, если мы говорим о новой этике, за заботу о каждом, в том числе о том, кто еще не знает, что жвачка, ну, как не знаю, что сказать, какое-то слово, что какое-то слово может обидеть другого. Там, не знаю, это не реверанс в сторону тех, кто там позволяет себе сексистски смело и гордится тем, что он там сексист или расист, но это правда про заботу, что каждый может быть немножко самим собой, что как бы что-то поместить в поле своего этического — это процесс, и он у всех в разные моменты случается, это нормально. Вот, извините. Спасибо огромное. Да. Мне кажется, да. Полина хочет ответить, да? Ну, как будто бы... Надо. Я, ну, на самом деле, да, это очень интересный вопрос. И я даже рада, да, что был такой прецедент, который на самом деле не был значим. То есть, мне кажется, это абсолютно нормально. Опять же, можно там сидеть, спокойно плакать и продолжать разговаривать, как бы, если тебе это окей. Но, во-первых, да, тут действительно есть какой-то комплекс интересных вопросов, да, про то, почему там... Почему надо проявлять боль, чтобы к тебе была, да, проявлять как бы болезненность, чтобы к тебе была проявлена этика? Как там формы социального взаимодействия становятся, да, там, инструментом манипуляции какой-то, да, отношений? Про вообще, да, вот эти стереотипы о там бодрости и небодрости, но что... И это очень интересно, потому что ко мне довольно много людей подошло, но... Что, на самом деле, хочу сказать, то, что я сперва, как бы, когда, да, ты сказали, что
на «ты», да, наверное, можно. Когда ты сказала, что все, надо как бы зайти и обязательно продолжить эту как бы беседу, то сперва я подумала, там, нет-нет-нет, зачем? А сейчас, на самом деле, чувствую огромную благодарность, и мне кажется, это очень классный путь, потому что это именно что какое-то продолжение разговора. И, ну, и для меня это даже какое-то действительно, типа, искупление того, что произошло, ну, не искупление, да, какая-то, исправление, да, такое немножко того, что произошло утром, потому что как раз ты, ну, на самом деле грусть, она именно от того, что типа так, ну, как бы невозможно, что-то обрывается, очень быстро превращается в противостояние, и мне кажется, это очень классно уметь рефлексировать над самим собой и продолжать как бы диалог. И за это вообще я сейчас понимаю, что это супер вдохновляющий опыт, то, что ты сейчас говоришь. Конечно. Я хотела добавить просто, что вот мы сидели, и я увидела, что как бы Полине нехорошо, и это правда классное замечание про то, что почему нужно обязательно, чтобы глаза налились кровью и слезами, чтобы кто-то, например, заметил, что сделал больно. Вот, и я так вот ее дернула и сказала, что вот там, извини, я только сейчас поняла. И Полина мне сказала очень важную вещь. А почему ты молчишь? Вот, и правда, то есть я не промолчала, когда я увидела, немножко давление, да, потому что Полина находилась в роли модератора, и я увидела, как бы, то, что Полина с микрофоном задает Оле вопрос, и я тут не промолчала, а когда увидела, что, ну, как бы вдруг набросились как будто на Полину и указали ей, молчи, не дави, вот, я вдруг решила выразить все каким-то частным образом и публично не вступилась. Вот. И мне показалось, что это во мне, правда, как бы классно, что ты на это указала. Спасибо. Ну, и я тоже понимаю, что, конечно, типа, в кучу всего не права. И спасибо вам огромное. Да, я прямо счастье, радость и успокоение чувствую, наблюдая за вами. Но вот хочется Женю Казачкову спросить. Как-то у нас это все очень благополучно разрешается. Женя, ты можешь как-то проанализировать фриндж-день, дискуссию, утренние читки? Я, к сожалению, пропустил часть, примерно половину, поэтому это будет ничего. Угу. Поэтому с моей стороны будет нечестно и неправильно что-то анализировать. Я просто уезжал и вернулся. Спасибо тебе. А так мне все нравится. Даже Женя не спорит. Спасибо большое. Есть еще у кого-то какие-то комментарии, вопросы? Мне понравилось предложение с тем, чтобы впредь Фриндж развивал вот эту идею открывающего разговора. И чтобы завершающий разговор как-то с этим кольцевался. Это, мне кажется, прямо... Но это интересно, потому что тогда как бы получается, что мы переходим немножко от драматургии к теме, да, что тема становится Это может быть не обязательно тема, это может быть рамка. То есть мы как бы сейчас обсуждали некие понятия и категории, а мы можем обсуждать методы и иные миры, вообще что угодно. Там настройка может быть... А вообще любой, который всех там вдохновляет. Спасибо. Конечно. Только было бы здорово, если бы эту тему еще как-нибудь заранее заявляли, чтобы те, кто пришел послушать, могли тоже подготовиться и что-нибудь сказать. Вот так. Потому что я сегодня утром, я такая, я вроде бы хочу, но при этом я понимаю, что у меня нету достаточной базы, вот прям, чтобы сейчас что-нибудь вот высказать. Но мне хочется, и это было обидно, что если бы мне сказали тему заранее, потому что подготовилась бы, вышла и такая, хей, вот. А мы же писали манифест. Ну, у нас действительно было довольно пространное описание того, что будет происходить, про картографию несогласий. Мы его так писали очень... Он так и не вышел у нас, нет? Чего не вышло? Вот этот манифест объясняющий. Мы просто писали текст, готовый специально, и он потом потерялся, да? Ты потом расскажешь, что ты мне имеешь. Что мы же ночью писали его вместе. А, не-не-не, он вышел. Почему он был постом? То есть вот, он был где-то. Просто, видимо, да, это был пост, который читаете в нашей соцсети. Ну да, мы поняли. Мы будем отдельно анонсировать, да, какие-то... Да, спасибо вам большое. Я еще хотел сказать, что для меня очень важно, я очень люблю за это, что фринжовые пьесы отличаются обычно тем, что ее читку невозможно сделать, не поставив эскиз или спектакль.
Вот. Мне всегда это очень нравится, потому что не только я читку смотрю, а что-то большее. Вот. Спасибо. Нам это тоже ужасно нравится. Спасибо. Друзья? Похороним Фринджа. Мы похороним его попозже. Подожди, у нас некрофриндж была же концепция. Давай оставим ее на следующий год. Друзья, если нет ни у кого больше вопросов, каких-то комментариев, мы ужасно благодарим вас за то, что вы остались в столь позднее время, за то, что вы приходили на читки, на дискуссии. Спасибо вам большое. Если у нас получится, то мы хотели бы вот этот архив продолжить, наверное, заполнять, пополнять в течение какого-то времени еще какими-то высказываниями из телеграм-канала или, может быть, из других источников. Личные сообщения, да, пишите любимовки кураторам Фринджа, если что-то не успеешь. Я думаю, что мы тоже будем, да, делиться, может, на протяжении года чем-нибудь. Жень, ты хотела что-то сказать про метамодернизм? Ты хочешь что-то добавить про метамодернизм, Жень? А, в следующем году, тогда это заявка на тему, присылайте. Я думала, сейчас, это крайне небережно звучало. О чем пообщаться в следующем году. Спасибо большое. А, Юр. Да. Любимовка еще Фриндж, и там можно развивать эти темы. Ну, в смысле, понятно, что как-то по-другому, ну вот, продолжим. Не, у нас это, да, в целом плане, то есть человек-ресурс, и вообще все будет. Да, у нас действительно есть Илонг, и хотелось бы как-то продолжить это, но мы посмотрим на ресурсы. Да. Спасибо. Спасибо большое, доброго вечера всем. И еще есть клуб, да, есть? Который все еще существует, ну, в смысле, как здание, он есть, если что, если у кого-то еще есть сила. Да. Поаплодируем друг другу. Спасибо.